Дай бог кого-то током сейчас шибанет нормально, как два голубя. Да куда вы прятались, черви подземные? Да я не понимаю, реально ты затахал. А ладно, это ты, Агимон? Это все, времени я не хочу жить больше. А что, получается, квантум затроллен? Получается так, ребята. Ола, амигос, и вечер добрый, с вами Квантум, с вами Агиман и с вами Томас. И добро пожаловать сегодня CSGO, зомби-маньяк, и сегодня прятки в CSGO. Здорово всем! Здорово, ребята! Молодец! Уже в третий раз! Я желаю вам приятного просмотра, серия будет очень веселая. Не забудь про подписку на канал, мы начинаем, поехали! Агиман, смотри. Иди, делай как я, понял? Вот это видишь? Будка, там живет да. Субстанция. Мы с тобой что делаем? Смотри. Идеально ты растворился просто. Он нас должен будет найти. А мне кажется, он не найдет нас. Я тебе желаю удачи. А ты в курсе, что это? Я тебе потом поговорку эту расскажу, а то если расскажу, он поймет все. Да не пойму я, блядь, давай рассказывай. Я же все равно пока, блядь, да нет, если я скажу, ты вообще сразу... Я там тебе, может, на 5-й минуте расскажу поговорку, которая тебе даст лютую подсказку, смотри. А, маньяк, походу, вышел. И где я? Почему я в Сан-Андреас, блядь? Куда мне идти? Что за страна, блядь? Я в Турцию приехал, блядь, как турист. Где вы вообще находитесь? О, ну же дом пошел мародерить. А, это один дом. Это только тут один дом или тут два дома? Тут один дом. Ага, я думал, ты просто сказал, карта маленькая. Тут всего-навсего один дом. Маленький такой, прикольный, блядь. Опа. Я слышал что-то. Что может... Вот у меня в голове что, блядь, за пословица, которая даст мне подсказку, блядь? Ну, такая хорошая прям. Иди к стене, видишь, где разлом такой? Видишь, там граффити на стене появилось? Какая подумай. Пословица? Кто не в кустах, тот черт, блядь? Подожди, стой. Мне даже вот интересно, блядь, ну, как бы... Нет пословицы. Как ты мне мог такой оставить? Пословицы нет, кто не в кустах, тот черт. Да. Ну, теперь может появиться, конечно. Это типа все татары, кроме я, все в кусты, а я в трава, понял? Бля, слушай, вот даже... Агиман, ну, ты где-то Агиман, из-под земли. Слушай, а вообще звучит, кто не в кустах, тот черт. Так-то согласись, да? Подожди, это я исключение. У каждого правила есть исключение, блядь. Ну мы тогда это тоже меня... исключение, мы тоже исключение так, тогда. Подожди. Я первый раз вообще эту карту вижу, я не знаю, может мы в тачке а где-то спрятаны. Да вы что гоните, блядь? Хорош. Подожди, ты там же сделал? Блядь, да, сделал там же второе гравити. Ах, вы на пальме, блядь? Вы в пальме, блядь? Подожди, маслина пошла. Вы пальма, блядь? Вы где, блядь? Агиман, ты пальма. Капитан блядь, пальма. Издевай. Сука, я вас ненавижу, блядь. Маслина. Да куда вы, блядь, спрятались, черви подземные, блядь? Я сейчас Агимана увидел. Агиман? Ты там потише веди себя. Подожди. Да фиг его знает, он тебя не видел, но вообще просто. У меня никнейм. Да, но я не понял, где он. У меня просто отобразился, блядь, никнейм. Ты где, в земле, хорошо, блядь? Хорошо, смотри, Томас, тебе что-то говорит? Там клин клином вышибают. Как тебе такое? Бля, я думал, что-то реально нормальное. Я тоже так думал. Что за хуйня, блядь? Бля, ты бы еще раз сказал, блядь, 7 отмерь, 1 отрежь, блядь. Я вообще понимаю. Не, Томас, в принципе, во всем, что мы тебе наговорили, клин-клином есть свой посыл. Очень много смысла. Квантум, когда я буду прятаться, я тебе тоже, блядь, подсказку такую дам, пословицы. Запомни, блядь, тоже пословицу дам тебе, блядь. Хорошо, Томас, но ты же изначально помнишь, что ты сказал? Кто клин, не в кустах, клином... тот черт. В смысле клин клином вышибать? То есть, получается, все это время... Да вы чё, суки, блядь? Всё, спасибо, Агиман, чётенько ушли. Да вы чё гоните, блядь? Откуда вы ушли? Дай нормальную подсказку. Ну теперь уже в доме смотри. Две падали, значит, да? Значит, блядь? Падали, бедного, значит, ты так, да, к нам относишься? Домика. Да потому что ты мне не подсказку дал. Ты чё, сучара, ты... Анная, блядь. Где вы нахер? Там да вы задолбали, нет вас в кустах, клянусь. Блядь, я реально либо глупый, либо я просто не вижу. Да, я знаю, где ты. Я удивлен, почему тебе этот гнилой жопендер не видит. 3 минуты осталось, я вообще нихуя Томас, не понимаю. Томас, клин клином вышибают. Почему ты так сказал? Давай разберем эту потому посылку. Что это касается, если меня, то я сижу в кустах. Да. Это правда. Вот, значит, клин клином сидите... вышибают. Значит, мы сидели в кустах. Ну, сейчас же вас в кустах-то нихуя нет. Так найди нас там дом 2-2 просто. Я клянусь, да что такое, бля? Я видел, клянусь, Агимана. Может, у меня модельки не прогрузились? Я просто модельки не вижу. Томас, слышишь, взрывается. Ой, как будто имеется опасность, ты меня так подставляешь, конечно. Ну так-то да, надеюсь, ты не сдохнешь. Да вы издеваетесь, блядь! Томас, сделай еще кружок, и тогда ты точно увидишь. Вот вокруг дома да ты делаешь кружок.
Идеальный кружок. Блять, хорошо. Блять, да вы затрахали, блять. Четвертое. Да какие клин-клином вышибать? Да вы рофлите, что ли, блять? Да каким клин-клином я все кусты промацал, блять? Где вы, блять, ёпта, находите? Ах вы маленькие падали, блять! Ну я же не дома... Ай, слушай, я смотался! Вот, уходи! Сука, блять! А ты там не выйдешь, там... Все, здрасте, все заборы, блять, покрасьте, ребята, вам жесть. 1.5 минуты, бля, свободного времени, ребята. Блять, куда ты побежал? Я убежал, ну не знаю куда. Да куда ты убежал, блять? Тут тупик. О! Убежал он, блять. Там нафиг ростовня мне по голове дала. Где второй, скажи, где второй? Живи, Агиман, 1.5 минуты. Беги, Агиман. Агиман, я сзади, блять. Да. Так увидел, потому что я не долб. Уж совсем, блядь, братан. Я выхожу через 3, 2. Но лучше пока троллить со своей стороны. При переранус я выхожу. Жу. Ага. Понял, услышал. Ну, как всегда. Значит, мы тебе просто грузовик и маленькую тележку подсказок, а если я, подсказок не жди, да? Вот так, Квантум, значит. Честно сказать, я по жизни неблагодарная сволочь, поэтому извини, блядь. Ага, а кто звонок звонить пытался? Я вижу, порезали. Не, я пытался, я думал, там может что-то есть, когда личка какая-нибудь. Квантум, я тебе так скажу, давай подсказку. Ебан! Как он мне давал подсказку? Давайте и пословицу дам на 5-й минуте, слышишь, если ты не найдешь. Ага. На 5-й минуте пословица, и ты клянусь, ты поймешь сразу. А, Гиван, оставь граффити, дай подсказку какую-нибудь. Подсказку? Всё. Подсказку дали. Что за хрень? Иди на дик. Ой. Нам пи***, короче. Чё? Хорош! Нам пи***ц, блядь. Сука, я хотел пословицу. Блядь, пи***ц! Пословица больше не нужна, Томка. Бля, ебать, ёб твою мать, это... Лысый, блядь! Нет, я убежал! Сука! Бля, прячься, братан. Это лысый рано или поздно настигнет тебя. Это трындец. Просто был какой-то. Блядь! Я слышал лестницу и дверь, я ж тут помню всё. Я думал, где здесь сныкаться? Ебан. Иди сюда, смотри. Да ну нафиг! Блядь, ну началось, нахуй. Я там еще что-то наш. Ну началось, сейчас на тач. О, пандемец. Вы, блядь, два паразита. Ты понял, ты паразит. Пускай вот, дай бог, кого-то током сейчас шибанет. А тут изоляция. Я как полуэлектрик говорю, что самое главное это не заземление, а изоляция. Вот главное, чтобы хорошая изоляция была. Главное не заземление, а приземление, родной. Потому что тебе придется прыгать там. Тебе придется там прыгать, клянусь, блядь. Подсказку давай, блядь. Лучше не стоит. Типа клин-клином вышибает или током прошибает. Я даже просветить не могу, понимаешь? Лучше не стоит, да, эти тоже не просвечиваются. Вот в чем беда. Блять, да как вы туда забрались? Как на этот чердачок попасть? Мне интересно. Да, алло. Томас на месте. Только я не пойму, Томас, как чердак приземлится. Томас, иди на второй этаж. На втором этаже на данный момент. На второй этаж в спальню иди. Я видел, да. Не-не-не-не, в другую спальню. Еще ходи, я скажу. Там открыта дверь в эту спальню. Ну это не спальня. Сука, блять. Маленькая школьная сучка. А как туда пролезть мне? Вот мне интересно. Форточку такой смотрит, поняла? Пацаны, бля, вы что, вообще что ли? Агиман! Пацаны, вы страх это потеряли? Интересно. А где? Вы же на форт... Иди снова в спальню, смотрел. Иди в спальню, Томас, иди в спальню. Нет, ты спрыгнул, бля, в кусты спрятался. Иди в спальню, где Томас. Ты, бля, опять ты пошел посмотри. В дом, да? Ты опять дом. Ты гондон. Бля, ты как там прячешься? Я понять не могу, алло. Сережа, бля. Сережа, дай нормальную подсказку. Ты что, весь выпуск кукурику будешь мне делать? В зеркало свое. Томас, там просто сбоку карниз вот над тобой. А ты что там смотришь, блядь? Я чисто ворую. Офигенное место у тебя, Агиман. Ты сейчас форточку зырил, правильно? Иди в туалет. Иди в туалет в комнате. Бля, я понял. Ты не в тот туалет зашел. Выйди из него и иди прямо по коридору. Ладно, иди в спальню, Томас. Да ты затрахал, блядь, со своими туалетами, спальнями, блядь. Жалко, блядь, гранат не осталось. Ебучку тебе запустить разок, так чисто. Так, короче, у меня есть небольшой план. Так, сейчас тормози. Да затрахал ты, блядь, заебешь, блядь.
Выйди в коридор, там граффити у тебя, Томас. Да я понял уже! Она настолько прикольная у тебя, Томас. Я в спальню сейчас пойду, где раньше я был. Ты можешь опять форточку посмотреть, Контур? Я, Томас, я смотрю только в этот раз внутри спальни. Давай, нет, нет, в спальне я... Я внутри спальни, где ты стоял. Да ты пиздишь мне. Я по коридору пошел. Да где он, блядь? Сама актерская игра так... Да я не понимаю, реально, блядь! Меня бомбит, я даже не понимаю, где он, блядь. Так ты в спальню зайди, ты увидишь, я внутри спальни был. Ну да, я увидел. А теперь ты дома? Да где он, блядь? Да ёбаный сыр, блядь! Где он, блядь? Я не понимаю, где он, блядь? Сложная карта, на троих она должна быть маньяков, блядь, а не на одного. Это пиздец какой-то, блядь. Ты с**пал, ты тетерев, ты можешь спустить? Ты чё, сучонок? Подожди. Там граффити, видишь, в коридоре второе появилось. Подожди, подожди. 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 Что? Куда ты бежал? Подожди, а как ты провалился? О, он нашел телепорт какой-то, Агиман. Кирфул. Я смотрю, нигде не вижу. Где он? Блядь, походу я это зря спалил, теперь минусичка. Это была моя единственная насилка, ребята. Да за***л, Тетерев, спустись, пожалуйста. Хотя бы я тебя убью за этот раунд. А где он, Агиман, ты видишь его? А я не знал, что в этой спальне двухъярусная кровать. Нет! А, нормально, нормально. Там расстояние километровое. Супер. Все, я убежал. Куда он убежал? Прикинь, красава, Гима. Я опять не могу залезть в такой пустыне. Это ТП наверх, да? Это ТП, блядь. Это ТП, пацаны. Просто хорошо было. Только что ж тут стоял. Он на карнизе ходит. По карнизу ходит? Я на шифте думать, что я его не вижу. Пошли назад, 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 Томас! Боже мой, Христос воскрес, блядь, практически зарубил. Да ебаный в рот, проигранный раунд, сука, блядь. Ну, ладно, на это я в следующем раунде соберу. Русь обязательно, блядь, нахуй. Обязательно поймаю эту дырку, блядь, ебаную, блядь. Ну, пиздец, ну это прям какой-то ужасный ролик, ребят, блядь. Поймал одного, блядь! Кого ты поймал? Он сам десантировался. В смысле? Так это не считалось... Это что, это не считается, что ли, по-твоему? И ну и здравствуй, мир! Hello, world! Я вышел на охоту, я иду искать. Ах, как хорошо. Не, ну ты совсем, блядь, Квантум, блядь. Здорово, брата! Это я сюда случайно попал, на... Ты обалдеть. Понял, где я? Он попал. Бля, мне теперь интересно, куда он попал. Бля, Квантум. Он чуть выше крыши, прикинь. Я забыл, куда я прыгал. Я нечаянно, я как-то нечаянно туда попал. Это из дома? Нет, нет, не из дома, не из дома. Значит, из дома, я понял. Спасибо за подсказку. Окей, окей, похуй, похуй, похуй. Можете в доме, можете в доме искать. О, он тебе в окно зашел. На пятой минуте у меня будет... Ты чё нафиг? По поводу этой подсказки. Ты чё, блядь, как глазастый заебал? Ты как ты попал вообще? О, да ну куда? Не нужно мне было сюда, слазь оттуда. Здорово, 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 братик. Оно не пробивается. Я, блядь, нет, братан, ты можешь дождаться пятую минуту, я там позвоню, ты мошенник. Ты поймешь. Это ты, я? Мошенник. Этот не... Или ты кто? Мошенник, это попасть не могу, тут мне этот мешает. Ты еще еще топаешь там так в наглую, ты одурел совсем, не топай. Прикинь, прикинь, какая у меня смелость. Эй, Томас, иди помоги мне сюда, на разок, иди сюда. Ну, я-то не маньяк, я не имею права. Ты че меня как дурачка путаешь, блядь? Мне помощь твоя нужна. Блин, ну ты меня так запи***ешь уже скоро. Не приближайся к нему, ну его нахуй. А ты меня нафига вообще режешь в ответ? Ты дурак, что ли? А чё ты дерешься со мной? Я ж маньяк. Я думал, у нас с Агиманом нычек вообще не будет, когда Квантум, а их стало ещё больше. Блёха, муха, как то попасть? Как так вышло-то? А чё, получается, Квантум затроллен? Получается так, ребята, как есть в прямом... Есть нычка, которую Квантумец не разорил в течение пару минут, это невозможно. Не понимаю, либо я слишком... примитивно как-то о ней думаю, либо... На самом деле все просто, и его нычка простая, и моя, это правда. Намного падла. Проще, чем ты думаешь. Тебе пи***, Гиман, по-моему. Да. Я типа даже побегать толком не успел. Он еще и убежал отсюда. Беги и крестись просто. Что ты делся? Убежал. Как ты мог убежать-то? В окно. Не понимаю. Этот сидит там у себя. Долбанный горобец, воробей. А вот и Квантум там круги-то наворачивает. Бляха, мох, куда мне еще выплыть-то надо? А, не, он уже не там, я думал, это он. А это спас... Привет, вкусненький, да, блядь! Я видел, как ты тут бродишь. Просто здоровый, я тебя не увидел. Зато я тебя увидел. Как говорится, Квантум, пословица. Трешку отпупонил, ни не понял. Ну, это такая небольшая, чтобы попасть ко мне. Трындец, я более жесткой ереси еще в жизни не слышал, но... Ну, думай сам, думай сам. Бля, вот мне кажется, сейчас 30 секунд останется, и он по-любому сюда залетит. По-любому.
А это с улицы или с дома было хотя бы? Не, в доме. Это 100% в доме, я сейчас не шучу. Ты на втором этаже сейчас? Я на первом. А ты где? Какая-то паль, беги, Томас. Ай, блядь, сука! Чё, блядь, в уши заубишься, я понял. Не, у меня наушники отключены. Блин, понятно, я такой на ощупь играю. А пойдем посмотрим, куда эта нычка его вела, я тебе покажу его телепорт офигенный. Сейчас обалдеешь, что он такой телепорт нашел, просто межконтинентальный, межгалактический. Да я нашел реально все во вселенной, кроме вас, блядь. Вот тут я, видишь, граффити оставлял, он тут бегал туда-сюда, смотри. А, шняга какая-то, не забей. Обалденное место. Да-да-да, здесь можно слинять. Ну такое, я тут далеко не слиняю, честно говоря. Оно у меня такая же. И вообще, мне кажется, место фигня в плане того, что нам уйдет. Не-не-не, сейчас вот здесь идет. Он зашел на шифте, такой встал. Где он? Сканируем комнату. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну, ответ хорош. Я спалил нычку, агибан! Это плохо. Я убежал нафиг. Ах ты, блядский мародер. Мародер! Я понял теперь, вот как он меня все это время троллил, как там, ой, как курочку, блядь. Как курочку меня троллил, блядь. И меня осенило, агибан, тебе придется падать вниз. Иди на второй. Минус агибан. Я ебать, да, кружок, ДТП, агимон, ДТП, блядь, ДТП, да. Нахуй. Томас, на второй этаж иди. Не, ну теперь ты, Квантум, остался один. Целых 6.5 минут, это очень мало. Стой, назад, Томас, назад. Томас, залезь в цветок, в горшок цветочный залезь. Бля, тут можно посрать сходить без бэби. Сычонок, да, думаешь вообще, да? А, не хуйся. Ай. Бьется же. Нафиг, уйди отсюда. 37 ну-ка. ХП, блин. Да ну да тебе нафиг. Ты смелый. Ай, навлюсь обратно. Бляк, да как его там подбить, а еще раз? Я не знаю, что делать, братан. Я не знаю, что делать. Сейчас хочешь, я сейчас сюда зайду и выйдет другой человек. Давай. Смотри, фокус. Сейчас, смотри, я захожу, да? Ага. Да еб твою мать. Подожди, по-моему, перестал работать. Подожди-ка. Блять, да где он нахуй, я понять не могу. Ребята, что произошло сейчас? Ты где? Да ты чё, блять, ёб твою мать, надо мной, блять. Смеёшься, что ли, блять? Ты где, блять, алло? Да, блять, да ёб ты в рот! Да, сука, медведь позорный, блять, куда ты убежал? Где он? Нет! Блять! Ну зато ты теперь все на кухне спалил. Бля, ебай, вот Акиман, это ты мне подсказаньку дал. Я спалил на кухне раз, два, все он ты на кухне спалил, все на кухне спалил, все до одной, блядь. Теперь у вас нормальных на кухне просто не существует, ребята. Очко, что же делать, как же быть? Бля, где ты? Я потерялся. Бля! Нормально, бля, пацаны, нормально, бля. Я вышел на... Вот, ну, иду я вас искать. Кое-что я слышал. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. А, он слышишь, он идет на шифте. Топ-топ-топ, я слышал. На улице, ты бассейна. Здравствуйте. Ну, с нее нету выхода, блядь. Слушай, перепрячусь. Ладно, живи, я тебя отпускаю. Так, Томас, на каком ты этаже? Да как? А это ты, Агимаш, на второй этаж зашел? Да, от меня заебал. А, ладно, это ты, Агимаш? Это все, убей меня, не хочу жить больше. Я в лапы пришел. Кванто, я тебе так скажу, да? Я тебе так скажу. Первый этаж как минимум первый этаж. Ой, блядь, он знает эту нычку, Томас, я тебя как чум. Интересно, где же наш Томка? В холодильнике? Нет, в холодильнике его нет, но мы на всякий случай проверим. Наверное... Томас Фиксик, он спрятался в блендере. Нет, наверное, блядь, он спрятался в блендере, блядь. Да блядь. Нет, я спрятался, он отсюда еще кидал. Ты говоришь, типа, я знаю про эту нычку. Про кое еще нычку знаю. Покажи мне хотя бы этаж примерно, где ее искать. Я ее найду. Да я не помню, говорю, я тебе не просто так... Я не врал там стоял, я реально не помню, блядь. Но она есть, как ну, ты понял. Да это я где вообще? Я, блин, на каком-то пароходе оказался. А, бля, да. Ты чего? Я тоже ее нашел. Это я... Охерен. Еман. Блядь, то есть вы нашли какой-то блядский телепорт? Да ты вообще настолько он так охренеешь, я сам это охренел. Это вообще корабль, я дом вижу наш, я дом вижу. Или это не наш? Тьфу, бэда, охерен.
О, я еще что-то нашел. Агиман, первый этаж. Иди к телефону, потыркайся. Ты здесь? Нет. Ты здесь? Нет. А че, она даже не просвечивается, блядь. Потому что там нет. Пошел такой дальше, думает, зайду-ка я в низкополигональный шкаф. Нет, там ничего нет, пожалуй, не буду туда заходить. Пойду-ка я в детскую комнату. Зайду я по шкафчику полазю. Бляха, муха, мне жопу отрежут нафиг. А, я вижу, как вы бегаете. Слышь, чек, блядь. Томас, что делать, когда жопу отрезают? Есть лайфхаки? Блядь, принять достойно поражение. Я всегда принимаю достойно. Томас! Томас, у меня большие проблемы, он все знает, Томас. Я спалил ему дычку. Ты знаешь про пароход? Ну теперь знаю. Бляха-муха, Томас. Он знает все и даже больше, Томас. Да иди нафиг отсюда, ты не убежишь от него. Я понял. Да убегу, конечно, ты че, брат? Трында, Томас. Да я понял, уже мне страшно самому. Да мне вообще как страшно, капец, офигеешь. Мне так не было страшно с Советского Союза. Он потерял нас. Агиман, слушай подсказку. Я не буду ничего. Слышал? Что связано с проходами вообще юзать, если честно? Где? А где? Блять, я нашел квантум. Я нашел пиздатый телепорт, блядь. Да? Охуенный телепорт. Бля, я просто прятался в дефолтной нычке. Ага. Короче, я не буду ничего говорить. Он тогда поймет. Ой, дурак, значит! Надо было катерал держать! Я просто слышь. Я прям вижу микропиксель такую, то ли руку, то ли башку. Пойдем, я тебе мир покажу, Томас. Ты сейчас обалдеешь. Бля, вот тебе такого еще. Блин, кстати, да, я бы хотел ее найти. Я просто нашел кучу миллион телепортов, но твою не нашел. Смотри. А, ебала. Смотри, остаток живых, добро пожаловать. Бля, братан, вот это вообще, это не нычка, это бомба-убежище, я тебе так скажу. В прямом смысле. Тут можно семьи прятать, я тебе клянусь. Что это за нычка? Это семейная нычка. Томас, сюда заходи, а я буду там. Ты любишь быть сверху, я так понимаю? Ну, так-то да. Я хотя бы вас могу увидеть. А где он? Давай ему подсказку, да, вот он нас жизни не найдет здесь. Вот ты будь осторожен, блядь. Уходи нафиг, ты чё вылез-то со своей дырки? Агиман, там граффити на заборе, видишь? Вижу. Ну вот, ищи нас на заборе. Даже если он найдет бомбу-убежище, тут есть телепорт наружу. А тут есть реально телепорт? Да нет, суть в том, что типа я вас слышал, но я нихуя не понимаю, где вы. Ну ты дебил, конечно, Квантумец. Бля, ну Квантумец. Он сел, палил. Телепорт. Ты успел? Нееет, сука, блядь! Бля, Квантум, ну нахуя такая нычка была? Вот такая именно была. Ванная на втором этаже, Агиман. Да, иди ты в жопу, подсветка ты долбучая. Давай чуть-чуть побегаем, я тебе даю ванная шанс. На втором этаже. Не, побегай. Ребят, ну что же на этом все. Это был CSGO зомби-маньяк, это были прятки в CSGO. Как тебе серия? Напиши в комментариях. Хочешь больше таких CS-ок? С тебя много лайков, с нас много CS-ок. Не забывай про подписки, всем пока и до скорых встреч. Пока.